Много лет назад я приехал в Москву. Я всегда хотел здесь работать. В этих стенах особая атмосфера. Она передалась и мне. Это целая история. Это моя история. Работая здесь, не мы становимся частью больницы. Она становится частью нас самих. Напитывает и вдохновляет нас опытом великих предшественников, духовной силой, дает возможность постоянно развиваться. Первая градская больница – это первая нейрохирургическая операция, первое травматологическое отделение, первая установка кардиостимулятора. Бакулев, Спасо-Кукотский, Савельев – эти люди были первыми в своем деле. Сегодня я и мои коллеги испытываем похожие чувства. Мы движемся вперед. И сегодня приглашаем в команду нового скоропомощного стационарного комплекса специалистов, которые вместе с нами сохранят неповторимую атмосферу, продолжат грандиозную историю и будут применять новые технологии здесь, в Первой Градской, испытывая любовь и гордость к делу, которому посвятили всю свою жизнь.